Рис, морковка, лук, мясо, зира и масло. Рецепт плова, казалось бы, довольно прост, но действительно вкусным, по словам 35-летнего Ганижана Алжанова, он получается, когда готовит мужчина. Рецепт восточного блюда привез в холодную Якутию из жаркой Киргизии 15 лет назад. На выходных приехал в Ар-Эл-Ах со своей общиной, чтобы приготовить плов на огне и угостить семью Яковлевых. Недели два раза готовится вообще-то семью. Ну, плов. Если гостя приехал, либо кого-то привожает, ну, это национальное блюдо, и должна быть она обязательно. Ну, на гостях или где-нибудь. Говядина, если его мешать что-то с бараниной, баранина с жиром, она еще вкуснее будет. Желающих попробовать киргизское блюдо хоть отбавляй. Общину в доме Яковлевых встретили почти все члены семьи, а на днях их стало больше. Внук вчера родился, последний, ну, 22-й по счету. Правнук годик. А старшему сколько? Я уже знаю. 17 лет. У нас все дети, ну, запланированы, а некоторые думают, ну, родственники, там, друзья, они думают, что это как бы не запланировано. Ну, у нас все запланировано, они все счастливы. Я тоже вот, мы как обрадовались, что у нас вот, да, дожили до этого возраста. Ну, думаем, до 100 внуков мы доживем, я так думаю. Семья большая, соответствующий и казан. Пока мужчины готовили плов, хозяева организовали развлекательную программу. Гостей покатали на банане, а маленькая Надежда поиграла на хамусе. Это проект Ассамблеи народов. Мы проводим акцию под названием «Плов дружбы». Знакомимся с семьями, рассказываем о традициях, обычаях, а также показываем и рассказываем, как готовится плов. Такие вот встречи в неформальных обстановках больше сближают людей. Еды хватило на всю семью и еще осталось, чтобы угостить соседей. Семья Яковлевых далеко не последняя из тех, кто пробует киргизский плов, приготовленный на огне. Вадим Ахмадуллин, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край».